воротах под номером первым Виктор Рахманько. В защите центральный защитник — это Руслан Мухаметшин, номер 27. Справа в защите 22 номер Александр Ранжаев. И у нас уже первый гол во встрече. У нас первый гол. Отличная комбинация удалась сейчас Руслану Гатагу. Прекрасный выход из обороны. Все начал правый защитник. Ну а затем, да, это Александр Чех. Сыграл на Комисова. Комисов поставил Диабате, и Саид поразил пушечным выстрелом ближний угол ворот. Да, Саид Диабате, отмечаем первый гол в сегодняшнем матче. Ну а Виталий Комисов.